Добрый день, перед вами коляска Амели. У коляски регулируемая ручка по положению. Ручка идет не перекидная, идет перекидной блок. Вот здесь есть кнопочки, мы на них нажимаем и коляску переставляем в эту сторону. Чтобы посадить колясочку, есть дополнительные ремни, они между собой снизу застегиваются. Вот здесь вот нажимаются кнопки раз положение, два положения. И сзади есть специальные ремни для регулировки спинки малыша. И из лежачей коляски вот таким вот образом мы получаем прекрасную сидячую коляску. Вот такой вот, такой вот. Также колясочка складывается. Чтобы коляску сложить, надо полностью блок вот этот снять, убрать в сторону. Вдавливаем кнопочки, тянем рычажки, и коляска вот так вот удобно и миниатюрно складывается для перевозки.